Лариса Супронова. Ты была у нас на программе «Привет, Андрей», на той передаче, где был Сергей Кузнецов, и он сам был восхищен, как ты исполняешь его мега-хит «Седая ночь». Есть звонок, здравствуйте, представьте. Здравствуйте, меня Маргарита зовут. Да, Маргарита. Но у меня вопрос к нему как к композитору. Вот вашу песню «Седая ночь» пела Алиса Супрунова. Она просто дала ей вторую жизнь. Я слушала, открыв рот. Как вы вообще восприняли вот это исполнение? Спасибо. Я воспринимаю исполнение песен Юрки в другом исполнении довольно отрицательно. Не любите, когда перепевают, да, то, что пел Юра? Не то, что не любите, но это не то. Не то? Я знаю, что Сергей Кузнецов называл тебя вторым Юрой Шатуновым, новым Юрой Шатуновым. Первый звонок. Мы успеем про Семена Розова еще вот поговорить? Семен Розов, у меня передо мной прям видеофайл, написано «Семен да. Розов, седая ночь». Я его сейчас включу. Я ни разу не слышал Семена Розова, даже не видел этого мальчишку. Но мальчишка, которого продюсирует Сергей. Я сейчас не понимаю, какой будет голос. Но у меня есть определенное ожидание, зная коллективы, к которым имеет отношение Сергей Кузнецов. Включай. Я включаю, и мне кажется, что я смогу сейчас в очередной раз убедиться, что дворовые песни... А я скажу, живет. Что Семен Розов, это мальчик из Твери, да, по-моему, да, Сергей? Да. Которого вы сейчас продюсируете, и который приедет в Оренбург на концерт и в Орск тоже. Опять придет. Смотрите, у нас фон еще включается. Стилистика, тем не менее, голос была понятна. Тем не менее. Да. Голос... Это прямо очень похоже на Юрия Шатунова. Сергей, скажите, вы как продюсер этого мальчика, вы прям вот сознательно шли на некое такое стилистическое повторение? Я или... не продюсер, я просто пишу ему песни. А, ну вы когда? Ну вы сознательно вам важно, шли на кто это? Их исполняет, вы же до этого сказали. Что это очень похоже вам на нравится, как он исполняет, манеру исполнения Юры. Я его послушал в сети случайно, услышал. Мне понравилось исполнение. А сравнивать с Юрой его нет, нельзя. Угу. У него свой подход к песне, вот свои критерии отбора песен. Поэтому вторым Юрой Шатуновым нет, он быть не может, он просто Семен Розов. Я знаю, что вы сделали какую-то свою, да, свою версию. Сделали новую «Седую ночь». Но это совсем другая песня. Это вот не эта песня, это совсем другая песня. Да, посмотрим в фрагмент твоего видео, которое тоже набирает миллионы просмотров.